Текущая крыша не один год беспокоит жительницу дома 48 на Успенской, Ольгу Загороднюю. Старый двухэтажный дом страдает от осадков, разрушается фасад и стены. А внутри квартиры ситуация совершенно катастрофическая. Течет так, что иногда я боюсь, что крыша обсыпется мне на голову. Вот, приходится неоднократно подставлять тазы и менять их, чтобы не пошло дальше, чтобы я не затопила соседей и мне не пришлось делать им ремонт. Ольга не раз пыталась добиться ремонта кровли, но наталкивалась на равнодушие со стороны коммунальщиков. Неоднократные обращения в ДЭС не привели никаким результатом. То есть вас игнорируют? Меня игнорируют, меня отправляют, говорят, что материалов нет и сотрудников, которые могли бы этим заняться, тоже. Команда Центра защиты одесситов решила помочь отчаявшейся одесситке. Вместе с Ольгой несколько недель назад мы отправились в ЖКС Портофранковский, который игнорировал ее обращение. Месяц назад написали заявление вам, и за месяц вы так и не ответили и ничего не сделали. Крыша течет, неоднократно были обращения в ЖЭК на Александровский проспект, но никаких результатов не последовало. Я думаю, что это... У меня такой очень серьезный вопрос. Ближайшее время пишет. Ближайшее это сколько? Я не могу вам сказать конкретно, потому что вы привяжетесь к этому. Я в ближайшее время, неделю. Максимум две. Виктор Страшный пообещал в течение 2 недель сделать ремонт кровли на Успенской. Однако в итоге снова обманул одесситку. По истечении практически месяца на крышу даже не ступала нога кровельщиков. Повторный визит команда Центра защиты одесситов совместно с правозащитником Егором Прокопчуком нанесла уже в Приморскую районную администрацию. На приеме у исполняющего обязанности председателя Олега Стоянова очень кстати присутствовал главный инженер ЖКСа Роберт Цария. Вы выходите на место, смотрите какой-то метраж и делаете эти работы. Там метраж около 30 метров. Я уже Значит, знаю. Устраните течь сейчас, устранили. А потом устранили. Да. Сейчас течь течет? Не течет сейчас. Подождите, вы там не были, о чем вы говорите? Течь нету сейчас. Роберт Цария. План 15-го года. Роберт Акипович, помолчи. Потому что просто нет дождя. Когда идет малейший дождь, у меня начинает штукатурка. Дождь был неделю назад. И что? Ну что? Вы приходили ко мне, вы смотрели? А вы приходили? Я была у вас на приеме. Нет, у меня нет. После того, как главный инженер, мягко говоря, заврался на ровном месте, Олег Стоянов вернул его к реальности и распорядился выполнить необходимые работы. Выходите на место, смотрите, что там комиссионно с подписью жильцов, когда будет ответ, что течи нет, тогда будешь сидеть, ты сядь нормально, как положено, сидеть на приеме. Первое. Второе. Выходите на место, смотрите, если нет там течи, вот в ближайшие дни обещают дождь. После этого с подписью заявителя даете ответ. Пишите справку мне и заявителю о том, что в настоящее время течи нет, течь устранена. И работы по устранению всей течи кровли, там, сколько там, 30 метров, 50, будут выполнены в 2015 году. И только таким образом. Центр защиты одесситов обязательно проследит, сдержит ли свое слово Олег Стоянов и выполнит ли поставленную задачу главный инженер Роберт Цария. Уже не первый год Владимир Пуглич добивается от ЖКС Черемушки ремонта канализации. Трубы в подвале дома на Мельницкой 3 безнадежно сгнили. Все, на что оказались способны коммунальщики, забить текущие трубы мусором. Есть подвал там 650 метров, он заливался все время. 20 сантиметров стояла вода, канализация, когда высыхала. Участок номер 7 ЖКС Черемушки, начальник участка Волошняк Николай Николаевич, они приходили, добросовестно выгребали дерьмо, которое уже высыхало. В настоящее время заливает все время подвальное помещение, где расположен бак для забора воды. Не помогли обращения и в областную, и районные администрации. На просьбу одессита о помощи там ответили отписками. Я много раз обращался к властям, значит, телекомпания показывала. Есть отписки, вы видели сами, областная администрация, ЖКС Черемушки, Мальновская администрация. Все пишут, что подвал сухой, все нормально. Последний залив был 20 сантиметров, стояла вода. В настоящее время состояние удовлетворительное, сухое. Да, мы только что видели, какое сухое. Последней надеждой для Владимира Викторовича, как и для всех жителей этого дома, стал Центр защиты одесситов. В
поисках решения проблемы правозащитник Алексей Сауленко вместе с одесситом направился в Малиновскую райадминистрацию. Но несмотря на приемное время, попасть к председателю оказалось невозможно. Двери в приемную заперли на электронный замок. Видите как? Это приемная ли? Мало того, что 4 часа в месяц принимают, так еще и проблема зайти. Двери открыли лишь спустя полчаса ожиданий и настойчивых звонков. При этом секретарь заявила, представителю Центра защиты одесситов и спецкорреспонденту входа нет. Нет. Председатель просил без телевидения. Нет. Или заходить, или никак вообще. Нет. Только с телевидением. Нет. А что без телевидения? Нас пригласил человек. Вы законно сейчас у вас информацию читали? Нет. А кто может заборонять их по всем делам? Евгений Владимирович просил. Либо вы. Нет, что значит просил? Либо. Я плачу налоги, я этим горжусь. Я выбирал Евгения Владимировича, я не выбирал. Если мы уже пришли, то значит вы человека просто не услышали. Поэтому мы здесь. Да. Мы в любом случае попадем туда. Евгений Владимирович мне дал указание. Евгений Владимирович боится? Дал мне указание. Или заявитель один заходит, или оставляет... Ну что, вызывать милицию? Давайте вызовем милицию. Хотите? Давайте. Хотите, поинтересуйтесь, я вызываю милицию, если сейчас не буду. Не пустить одесситов на прием попыталась и его заместитель Екатерина Михова. А других желающих попасть к Евгению Амельчаку и вовсе пытались обмануть. Причем никто иной, как начальник отдела по обращениям граждан. Он заявил, председателя нет и не будет. Работники нам сказали, что нет. Что он на районе. Мы нет, решили он в кабинете и не хочет разговаривать. Кого нету, вам сказали? Нету Евгения Владимировича. Что он на районе где-то. Лишь назревающий скандал заставил чиновника выйти из своего кабинета. Но даже тогда он попытался отказаться общаться с одесситами без предварительной записи. Люди записались и им сказали, что вас нету. Что вы чувствуете районе? Разницу? Я в каком районе? Так какой смысл вам записываться? Кто вам сказал? То есть, если вы записались, мы получили ваш ответ. Сотрудник. Вот сотрудник, который сказал, что нет председателя. Но уже через полчаса работы Евгений Амельчук, видимо, решил, что устал. И собрался уйти. Вы собрались уходить? Вообще-то, думал, да. Я хочу объяснить, почему мы пришли к вам. Давайте я послушаю заявителя. Нет, я представляю сейчас заявителя. Вы почему не хотели спускаться на прием сегодня? Раз вы хотите в таком ключе разговаривать. Почему вы сегодня не хотели спускаться на прием? Почему вы спрятались в своем кабинете, на котором стоит замок, и люди не могут к вам попасть? И сейчас еще делаете вид, что вы порядочный чиновник. И как будто вы слушаете человека. Почему этого сразу не произошло? Лишь после этого разговора Евгений Амельчук понял, спрятаться не удастся, и выслушал одессита. Да. Сегодня, значит, подвал был залит фекалиями, извините. Я... палкой поднимал, вот как листы, вот такие слои, то, что высохло, то, что текло. Значит, дом рушится. Есть ответ от ЖКС и Черемушки, что в подвале все сухо и все устранено. Хорошо. А в подвале стоит грязь. Но несмотря на всю серьезность проблемы, председатель в помощи одесситу отказал. Задайте этот вопрос ЖКСу, а если вы хотите получить от нас какие-то ответы, то, пожалуйста, я вам рекомендую надлежащим образом написать на меня заявление, изложить эти все факты. Есть люди на прием еще. Сейчас приемное время. Когда вы уходите? Где? Мне на прием? Ну, конечно. Хорошо, вы кому-то хотите убежать, вы знаете, какое впечатление. И если будете прятаться в кабинете в своем, за замками, вы знаете, будет очень некрасиво. Вопросы есть, я вам покажу. Видимо, Евгений Амельчук, устав за год, решил последние два часа приема граждан в 2014 году не переутруждать себя. Но представители Центра защиты одесситов заставили чиновника выполнять свои служебные обязанности. А городским властям стоит задуматься, нужны ли такие, не желающие разбираться в проблемах одесситов чиновники на руководящих постах в 2015 году.